здравствуйте! В этой студии мы говорим о полезном питании, правильном лечении и профилактике различных болезней. В эфире программа «Саламаттык, Казахстан». Вместе с лучшими врачами страны мы поможем вам сохранить ваше здоровье. Для вас работают Сабина Саякова и доктор Евгений Грабов. Здравствуйте! Сегодня в программе «Чем страшнее, тем полезнее». Чего вы даже не подозреваете о сухофруктах? После высушивания вся вот эта вот наша курага или абрикос подвергается определенной обработке, дабы придать ей дополнительный лоск и красоту. И прямо сейчас, как расслабляться с пользой? Санус пер аква. Здоровье через воду. Именно так переводится с латинского языка всем такое знакомое выражение «спа». Еще древние греки в V веке до нашей эры прибегали к подобным процедурам для расслабления души и тела. Сегодня это целая индустрия, которая помогает уставшим и раздраженным людям стать спокойными и отдохнувшими. Да, сегодня многим спа-центры заменяют целые санатории. Кстати, процедуры там используются как в санатории. Впрочем, смотрите сами. Главная цель всех спа-процедур – это расслабление. Такой отдых для души и тела. И сегодня свои спа-процедуры я начинаю с кедровой бочки. Да, где вы пройдете сегодня пантовую процедуру. Вначале вы будете распариваться 15 минут, а после этого будет подаваться пар с пантовым раствором. А что это? Это вытяжка крови моралов, нероговевших рожек моралов. Которая очень полезна для здоровья человека. Да, для повышения иммунитета и улучшения обменных процессов. Жанна, ну успокойте меня, ни один морал не пострадал? Нет, конечно. Хорошо, тогда начинаем. Огромный плюс такой бочки в том, что в ней нагревается и распаривается тело, но не голова. Легко можно принимать процедуру тем, кто не выносит высоких температур в сауне или в бане. В санаториях при помощи таких бочек лечат болезни суставов, нервной системы и повышают иммунитет. Можно пройти более традиционную процедуру – питобочку с травяным сбором. После процедуры бочки мы делаем пилинг, то есть убираем роговевшие частички кожи. Да, кстати, Жанна, я хотела спросить, а что это был за запах такой в бочке? Это запах пант, неприятный запах, да, но, как мы знаем, да, любое натуральное пахнет невкусно, но полезно. И пилинг сейчас у меня тоже будет такой, запашком. Обязательно, да. Ну, я надеюсь, он такой же полезный, насколько и вонючий. Абсолютно. Пантовая бочка чем полезна? Мы уже разобрались, ну а чем же полезен пантовый пилинг? Вытяжка наносится на ваше распаренное тело и глубоко проникает через ваши поры. Ну что ж, я готова. Начинай. Пилинг нужен, чтобы убрать омертвевшие частицы кожи и токсины. К тому же пантовая вытяжка таким образом глубже проникает в поры кожи. Это вещество пробуждает резервы организма, поднимает иммунитет и активизирует обменные процессы. Итак, после пилинга, очищения кожи, мне обещали еще одну приятную процедуру. Жанна, что это будет? Скажите. Это будет тайский массаж в исполнении мастеров королевской школы. Сам массаж представляет ленивую йогу. Массаж проводится в специальной одежде, пижаме. Мастер будет воздействовать непосредственно не на кожу, а на внутренние мышцы и суставы. Но это приятная процедура, не болезненный массаж. Я не могу сказать, что вы будете лежать отдыхать, вы будете помогать мастеру, но на самом деле любая процедура массажа, она, конечно, приятна. А что насчет противопоказаний? Противопоказания только в случае, если женщина беременная, либо есть какие-то серьезные нарушения сердечные, и там какие-то онкологические или более сложные заболевания. А так, в общем-то, конечно, он доступен и полезен для всех. Ну что ж, спасибо. Я готова. Приступайте.
основное воздействие на мышцы и суставы, а не на кожу. Делают его, конечно же, тайки. Движения у них отточенные за долгое время работы. Доверять в их руки свое тело или нет, решать только вам. Настоящий тайский массаж – удовольствие для терпеливых. Может быть, местами и неприятно, и даже немного больно. Зато потом, даже после одного сеанса, легкость во всем теле невероятная. Можем предложить массу других массажей. Это и релакс, это и стоун-терапия, это и хербал мешочками делается массаж. То есть на самом деле очень много вариантов, которые мы могли бы вам предложить. А что такое стоун-массаж? Стоун-массаж – это массаж горячими камнями, с помощью которых прогреваются все энергетические каналы на вашем теле. Спасибо большое. Эту процедуру я попробую в следующий раз. Ну, что я могу сказать? Я прекрасно отдохнула. Спасибо за предоставленную возможность. Ну, я могу сказать, что такой релакс-день городским жителям нужно устраивать хотя бы раз в полгода. Ну, а если хотите заняться профилактикой заболеваний, то, конечно же, нужно получить курс лечения или процедур от 5 до 10 сеансов. Особенно я рекомендую не пренебрегать спа-процедурами спортсменам. Это очень хорошо помогает снять накопившуюся усталость и расслабить напряженные мышцы. Мировое спортивное сообщество об этом знает. Я и сама бы хотела, чтобы кедровая бочка была всегда в зоне доступа. Никаких проблем, Сабина. Если хочешь, установи прямо дома. Благо, сейчас технологии позволяют это сделать. Это точно. Далее в программе. Как правильно выбирать сухофрукты? И мы вновь рады приветствовать вас в эфире программы «Саламаты, Казахстан». Сушеный абрикос – очень популярное лакомство. На каждом праздничном столе можно увидеть тарелку с красиво выложенными сухофруктами. Красиво? Да. А полезно ли? Вот в чем вопрос. И в этом нам поможет разобраться гостья. Сабина, пойдем и встретим ее. Пойдем. Сегодня у нас в студии популярная певица Адеми. Встречаем. Адеми, проходите к нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о кураге. Скажите, как вы относитесь к сухофруктам и в частности к кураге? Очень хорошо. Ага, то есть вы ее любите? Да, и употребляем. Вот в совместимости с тестом, допустим, я не очень люблю. А вот с кашкой, с овсяной, с утречка прям вот... Хорошо. И даже то, приучаюсь... что доктор прописал. Да, и даже приучаю своего ребенка к этому. Потому что я знаю, что в ней очень много клетчатки, которые способствуют прям вот пищеварению и обмену веществ. Адеми, а помогает ли курага вам в творчестве? Например, полезна ли она для голоса, для голосовых связок? Нет, я такое не слышала. Даже скажу больше. Допустим, если бы я... Вот сейчас мне нужно было бы спеть, то врачи не рекомендуют есть курагу за 5 минут, за 10 минут. Потому что там все начинает, вот волоски вот эти остаются на связках, это мешает пению. Певцам на заметку. А я предлагаю пройти к столу. А когда вы бываете, допустим, на рынках, каким образом вы выбираете курагу? Какое отдаете предпочтение? Честно говорить или можно соврать? Честно соврите. Я доверяю вот продавцам, потому что сама, честно говоря, в этом не разбираюсь. Еще скажу больше, что я покупаю сразу несколько килограммов, потому что отправляю родителям на запад в Актау, потому что у нас хорошо. Там как бы нет. На что обращаете внимание при выборе? Вообще, конечно, красоту. Люблю все красивое, но, как говорит моя мама, не все, что... Не все то золото, что блестит. А в этом плане, значит, вы полагаетесь на продавцов.
Угу. Доверяете им? Ну да. На протяжении долгих лет как бы покупаю у одного и того же продавца, поэтому я надеюсь на то, что они меня не обманут. Ну, кстати, совсем недавно я тоже побывала на городском рынке и отправилась туда за полезной курагой. Что из этого вышло, давайте посмотрим из нашего следующего сюжета. Давайте. Здравствуйте, Агам. Программа «Будьте здоровы» пришла к вам в гости. Я сегодня нахожусь в поиске хорошей кураги, полезной кураги. Видов ее очень много, и мне нужен ваш совет. Какую курагу все-таки мне купить? Все хорошие кураги. Все лучшие, сорт разный, вот кислый есть, сладкий есть. Вот это, например, все оригинальный натуральный курага. Вот, вот это уличный курага. Сухой лучше, конечно. Почему? Без обработки, усушенный. Поэтому покажите. Сухая вот это все хорошие курага, без обработки. А это все мытые, обрабатывать серым, масло промазывать, чтобы блестит, красота. Очень интересно, а все-таки вот как различить? Когда есть на кураге какой-то блеск, глянец, это значит, она обработанная? Обработанная, да. Маслом промазанная, блестящая, которая. Вот самый хороший курага, который без обработки, сухая лучше. Угу. Самая хорошая курага – это самая некрасивая курага? Красивая, да. Потемнее – самая лучшая. Угу. Адамин, ну, это была такая небольшая подсказка. А сейчас давайте разберемся, какую курагу вы бы выбрали сами на базаре. Итак, перед вами четыре вида. На какую больше падает глаз? Ну, на вот эту. Угу. Самая красивая. Такую вы покупаете? Ну, нет, честно, мне вот кладут, вот, по-моему, вот такую. Угу. Она какая-то вот сморщенная, мне очень не нравится. Адами выбрала в приоритете у нее вот такая вот курага. Красивая. Самая красивая. Яркая. Самая яркая. Такая немного глянцевая. А, Евгения, объясните нам, в чем подвох? Ну, действительно, эта курага самая красивая, самая жизнеутверждающая. На первый взгляд, ну, прям вот все дары солнца впитала в себя эта маленькая ягодка, да? Но что на самом деле в ней содержится? Дело в том, что при любой обработке, будь то термическая обработка, высушивание или иная обработка, каждый фрукт, любой фрукт, он, безусловно, теряет все свои изначальные свойства, в том числе свойства внешнего вида, а именно яркость и привлекательность. А почему она блестит? А почему она блестит? Потому что после высушивания вся вот эта вот наша курага или абрикос подвергается определенной обработке, дабы придать ей дополнительный лоск и красоту. А именно замачивается в специальных растворах, в консервантах, которые, к сожалению, не всегда содержат в себе нужные нашему организму вещества. К примеру, в некоторых из них содержится диоксид серы. Кстати, я даже сама попробовала обработать часть кураги этим веществом. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Давайте. Сегодня очень солнечный день, а значит, лучшее время для моего эксперимента. Все, что мне понадобится, это 2 килограмма свежих абрикосов. Без видимых дефектов, мыть их не нужно, иначе ничего не получится. Их мы будем выкладывать на поднос. Мы используем металлический поднос, объясню почему. Он будет хорошо нагреваться на солнце и отдавать тепло, поэтому наш совет – деревянный поднос использовать не стоит. Итак, что мы делаем дальше? Я буду делить их на 2 части и отделять от косточек. Поехали. Ах, какие вкусные свежие абрикосы. На второй поднос я также выкладываю наши абрикосы. Отделяю их от косточки с одной лишь серьезной разницей. Их я обработаю диоксидом серы. И посмотрим, что у нас получится. Итак, та-да-дам, та-дам. Окуриваем наши еще такие свежие абрикосы. Да побольше, побольше. Все, этого достаточно. Ну а сейчас наши абрикосы отправляются сушиться на солнышко. Результат нашего эксперимента мы увидим чуть позже. Не переключайтесь. Ну, собственно, результат этого эксперимента сейчас перед вами.
Совершенно верно, Евгений. Это обработанная курага диоксидом серы. И вот как она выглядит. Она выглядит не такой глянцевой, не такой солнечной, да, и как будто бы даже полезной. Но, тем не менее, это обработанная курага. Вот так вот. И качественная, натуральная курага, которая высушилась под солнцем без всякой обработки под номером 4. И вот она, наша абсолютно ничем не обработанная курага. Можно сказать, что она натуральная и естественная. Кроме солнышка, над ее засушиванием ничто не трудилось. Я по выражению Адеми чувствую, что она такую бы не купила. А я вам, как доктор, рекомендую выбрать именно эту курагу и послать ее вашим родителям, или они обидятся? Ну, вид, конечно, я вам хочу сказать, желает лучшего. Угу. Адеми, ну вы же певица. Вы можете даже в певческой форме как-то донести это до них, да? Вот, например, «Ода кураги». Может быть, это будет всемирный хит. Кроме шуток, эта курага на самом деле гораздо полезнее, чем Евгений, вот Евгений, расскажите нам вот третий образец. Что это за курага? Вы знаете, хорошая ли она? Это курага или абрикос с косточкой. То есть это абсолютно натуральный продукт. Как говорят на Востоке, вынь из фрукта косточку и лиши его души. Угу. Поэтому здесь у нас не какой-то обездушенный абрикосик, а самой настоящей душонкой, которая вот если мы потрясем, я отчетливо слышу, как в косточке трясется семечко. То есть это абсолютно натуральный, опять-таки, продукт, который высушило солнышко. Пробовали ли вы такую курагу с косточкой? С косточкой, да. Я помню, что мне даже мама говорила, что он очень полезный. Но вот, как бы, вот это я, конечно, не буду лукавить, ни разу не пробую. Ну и вообще, давайте все-таки определимся, чем же так полезна курага, что мы уделили ей целую передачу. А дело в том, что курага содержит в себе целый арсенал полезных нашему организму веществ. Это макро- и микроэлементы, это и витамины. А курага сама по себе очень питательна. То есть не зря курагу употребляют, например, ее употребляют даже в космосе. Да? Космонавты обязательно берут с собой курагу. Спортсмены употребляют курагу. Почему? Потому что в ней содержится много калия, много магния. То есть это те микроэлементы, которые поддерживают наше сердце, препятствуют нарушению водно-солевого баланса в организме. Много клетчатки содержится в кураге. А клетчатка, как мы знаем, является прекрасным адсорбентом для всех нехороших веществ или токсинов, которые клетчатка вытягивает на себя из кишечника и выводит из организма. Кушайте курагу, получайте от этого удовольствие и оставайтесь здоровыми. Спасибо, Евгений. Адеми, ну что, не зря вы сегодня к нам пришли, узнали много нового, и я вам советую выбирать правильную курагу. Творческих успехов вам, Адеми. Спасибо. А мы продолжаем. Далее в программе. Паразиты в нашем теле. Как узнать, есть ли они в нашем организме и как от них избавиться? Поднимаем не очень удобные, но жизненно важные вопросы о женском здоровье. Сегодня мы будем говорить о нелегальных жителях нашего организма, о паразитах. Человек может годами сосуществовать с ними и даже не подозревать об этом, так как они абсолютно не беспокоят и никак не проявляют себя в организме. Евгений, ну а сколько паразитов могут жить в человеке? Вы знаете, Сабина, паразитов может быть очень много. Я скажу только, что около 150 видов насчитывается паразитов, которые могут обитать в нашем организме. Но что самое печальное, некоторые из этих паразитов могут достигать длины в 20 метров и более. Как в 20 метрах? 20 метров у нас в организме? 20 метров, Сабина, и это совсем не шутка. Я покажу. Вот вы просто представьте себе,
вот это все оно, вот паразит, и он не кончается, он тянется к вам, Сабина. У меня так хорошо работает воображение, что мне даже веревку не хочется брать себе в руки. Это получается, 20-метровый червь может жить в организме, и человек будет как-то это ощущать? Вы знаете, он обязательно начнет это ощущать, но не сразу. Вот, а когда? Когда он уже вырастет до 20 метров? До 20 метров он, конечно же, уже будет ощущать его обязательно. Да. Произойдет этот процесс гораздо раньше. Угу. Вот. Но об этом нам расскажет более подробно специалист. Сегодня у нас в студии врач-иммунолог Калимулдаева Салтанат Булатовна. Встречаем. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Мы вновь приветствуем вас на нашей программе. Я вас тоже приветствую. Ну, сложно в это поверить, что столько паразитов могут одновременно жить, что столько существует. И таких размеров достигают. Таких, да, микроскопических. Настоящие драконы селятся в наших организмах, да? Да. Как это происходит и почему? К счастью, ленточные черви, о которых вы говорите, это бычий цепень, свиной цепень, есть карликовый, он поменьше. К счастью, эти паразиты все-таки встречаются реже. Но сейчас встречаются, потому что у нас все-таки ослаб уже санитарно-эпидемический надзор. Вот. И мы встречаемся в своей практике. Почему они такой длины достигают? Потому что, представляете, каждые сутки этот червь вырастает на 4 сантиметра. Угу. И потихонечку, он же обитает в кишечнике, а кишечник у человека длиной 7 метров. А он уже складывается, и вот поэтому он так и умещается. Но, к счастью, это довольно редко. И потом, вот как сказал ведущий, это все-таки проявляется. Угу. Это, конечно, уже потом начинается проявляться. Слюнотечение, жажда, потому что это интоксикация. Этот организм живет в нашем организме, а у него, извините, свои токсины, свои продукты жизнедеятельности, он просто отравляет наш организм. Это начинает появляться, значит, аллергические заболевания. Такой человек худеет, у него слабость, интоксикация. Но, к счастью, это все-таки редко. Угу. Гораздо чаще встречаются другие непрошенные гости. Какие? Вот в частности у детишек. Вот самый частый гельминт — это острицы. Самое чаще всего встречается заболевание, называется энтеробиоз. Это маленькие. Вот многие, наверное, из вас встречали. Вот дети жалуются на зуд в заднем проходе. Маленькие дети жалуются. Угу. Если ребенок постарше, у него зуда может уже не быть. Кишечник длиннее, паразит поднимается выше. А вот маленькие дети жалуются на зуд в заднем проходе. Так. И если родители открывают анус ночью, так, то они видят там маленькие такие червячки, как ниточки белые, видели, наверное, многие из вас. И не могут, они часто бесполезны, с ней борются и трудно избавиться. Потому что острицы вот тем и опасны, что если вы даже пропьете противогельминтные средства, они останутся. Потому что у них такой цикл развития. Когда человек засыпает или ребенок, проходит 2-3 часа, согревается человек, он уже не чувствует, они выползают из ануса, из заднепроходного отверстия, откладывают свои яйца вокруг ануса и обратно заползают. Вот когда они заползают, они уже погибли. Но черное дело они свое сделали. Отложили яйца. Яйца попадают на белье, на постель. Поэтому нельзя трясти постель, вот когда вы это... Но человеческий анус нельзя назвать естественной средой обитания острицы. Нет, откуда же все-таки детишки их набирают? Давайте вот пути проникновения. Нет, не анус, они в кишечнике. А выползают ночью, чтобы отложить яйца. Конечно. А вот изначально, как они попадают в детский организм? Ну, это естественно, это прежде всего нарушение гигиены. Кто такой маленький ребенок? Он исследует мир. Да. Он ползает, он тащит все в рот. Угу. Песочницы возьмите. Песочницы — это вообще рассадники. Это рассадники инфекции. Потому что кошки, собаки там гуляют, так? Так. Дети там играют в песке с этими лопатками, с ведерками. Потом эти игрушки, они, естественно, берут в рот. Ну а что же делать? Мы же не запретим нашим детям играть. Какие меры предосторожности и профилактики самое вы главное, посоветуете родителям? Самое главное, вы должны их научить ничего не брать в рот. И вот часто родители... детей очень сложно научить не брать в рот. Да, они же еще ничего не понимают. Все так говорят. Есть специальные лаки даже. Вот есть дети, которые грызут ногти. Есть в аптеках продаются лаки, которые очень горькие.
мажут ноготочки, и дети потом просто не берут в рот уже. Но все равно воспитание... Радикальный метод, я бы так сказал, кроме лаков. А, ну, в общем, все понятно. Воспитание. Методы средства санитарной и личной гигиены, да. Присмотр над, за ребеночком. За ребенком. И очень часто бывает, что проблема гельминтоза у детей в первую очередь обусловлена именно неправильным отношением взрослых к детям. Потому что с ребенка, с него и спрос, как с ребенка. Да? Да. Поэтому, уважаемые взрослые мамы и папы, бабушки и дедушки, будьте более организованы в плане воспитания своих детей. Без присмотра не оставляйте. Давайте мы перейдем к другим жителям, нехорошим жителям нашего организма. Какие еще виды? Ну вот, к примеру, аскариды. Все знают аскариды. Чем опасны они? Аскариды – это более крупный гельминт. Самка еще длиннее. Представьте, 25 сантиметров они достигают в кишечнике. 25 сантиметров, да? Да, самец довольно меньше. Довольно-таки часто встречаются аскариды. Аскарида тоже достаточно часто встречается, тем более в наших широтах. Аналогия с вермишелью, да? Даже это здесь белый... вот нету 25 сантиметров, да? Но примерно это будет выглядеть вот так. Он вот, поуже, да? Он поуже, круглый белый червь. Круглый белый червь. Да. Скажите, а как же продиагностировать ребенка, себя? Что нужно сделать? Вот диагностика достаточно сложна, надо откровенно сказать. Прежде всего, опытный доктор уже может заподозрить у ребенка гельминт, даже прослушав маму. Какие могут быть жалобы? Во-первых, у ребенка появляются аллергические заболевания. Ребенок начинает часто простывать. Почему? Потому что гельминты всегда снижают наш иммунитет. Нарушается функция иммунитета. Почему они снижают? Объясняю. Гельмин, наш организм борется против них. Это эозинофилы, это иммуноглобулин Е. У них свои механизмы. Они выделяют иммуносупрессирующие факторы, которые подавляют наш иммунитет. То есть война. То есть микроб, даже если ко мне попал, если иммунитет работает хорошо, то мой организм способен убить. Нет, до конца все. Мало того, от количества зависит. Все силы иммунитета в данном случае будут направлены на ликвидацию вот этого вот возбудителя из организма. Да. И, соответственно, где-то в других местах могут появиться прорехи. Да? То есть... В качестве простуды, конечно, аллергии, аллергии, частые инфекции, состояния. В самых тяжелых случаях вплоть до рака. Почему? Вот так вот, даже онкология. Силы иммунитета ежедневно, ежечасно отвлекаются на борьбу с паразитами, а когда приходит серьезная проблема, уже резервы исчерпаны, и может наступить самое страшное – онкологические заболевания. Поэтому какие жалобы должны насторожить родителей и взрослых? Это скрипят зубами дети во сне. Вздрагивают во сне, слюнотечение. Все говорят, умиляются. Как сладко ребенок спит? Ничего подобного. Значит, слюнотечение часто свидетельствует о гельминтах. Дети становятся раздражительными, капризными. Когда я вижу, что бьется в истерике ребенок, и все вокруг охают, что за воспитание, я говорю, да вы что? Можно заподозрить гельминтоз у этого ребенка. Пролечите гельминты, и будет абсолютно спокойный, нормальный, здоровый ребенок. Салтанат Булатовна, а что касается взрослых? Волосы откуда выпадают? Вот взрослые берут паразитов в свой взрослые организм. Взрослые несут это все из своего детства. Из самого детства. Да, то есть десятилетиями культивируя в себе так называемую гельминтозную культуру, то есть они сосуществуют взрослые уже много лет. Взрослые люди любят ходить по кафе. Так. В кафе, извините, зелень не моется. Угу. Бывает, что персонал руки не помыл достаточно хорошо. Посуду плохо моют. Да. Так, например, молодежь любит суши. А надо помнить, что в суши содержатся яйца очень опасного гельминта, такого же по длине, как аскариды, называется анизакида, анизакидоз. Поэтому суши, где есть рыба в сыром виде, лучше вообще не употреблять. Тем более я бы добавил, что все-таки в нашей культуре, в нашем регионе суши не является естественным продуктом питания. Поэтому наш организм, он будет более восприимчив к подобного рода раздражителям. Но кроме суши, какие еще продукты? Вот, к примеру, любители бифштекса с кровью. Ведь мясо тоже несет в себе определенную опасность. Там трихинеллы могут быть, особенно в свинине. Вот свинина, чем опасна, сало, чем опасно. Там трихинеллы – это страшный гельминт. Он дает тяжелые мышечные поражения, вплоть до смертельных исходов.
поэтому сырые продукты мясные или полуобработанные нельзя. Но помимо этого там еще и бруцеллез. Это, конечно, не паразит, это бактерия, но тоже есть опасность, когда стейки, шашлыки, недостаточно прожаренное, обработанное мясо. Салтанат Булатовна, ну вот все мы покупаем мясо в разных местах, в магазинах, на рынках. Насколько опасно там покупать такие продукты? Ну, конечно, надо покупать на таких уже законных местах, на рынках, где мясо подвергается анализу. И даже ветконтроль тот же да, самый. Да, ветеринарный контроль. Так. Но все-таки самое главное – это достаточная термическая обработка. Ну, и как минимально же? Варить его 2-2,5 часа, тушить тоже не огромными кусками, небольшими кусочками подольше. То есть вот любители бифштексов с кровью я сразу предупреждаю. И в отношении гельминтов, и в отношении бутылок. Ну а любителям суши мы предлагаем перейти на козы. Почему бы нет? Вот. Очень полезно. Знаете, кстати, кроме шуток, вот мы не закончили тему личной гигиены. В принципе, сейчас существует масса способов сохранять свои руки в чистоте. Если каждый из нас будет носить в сумочке, в барсетке или в кармане хотя бы вот такой вот элементарный небольшой флакончик с дезинфицирующим средством, ну, я думаю, хуже от этого никому не станет. Так называемая сухая чистка рук. А вы можете показать, как правильно мыть руки вот таким средством? Так, этим средством, значит, руки... Так, да ну, не давайте стесняйтесь. На вас? Давайте на мне. Да. С удовольствием помоем. Ну, вот это средство очень удобное в аэрозольной упаковке. Поэтому вот теперь вы должны и протереть, потом между пальчиками. Между пальчиками. Каждый палец обрабатывать. Каждый пальчик, да. Особенно большой ладонную палец. Ладонную тыльную поверхность. Вот таким вот образом, да. То есть... Словно хирург перед операцией я подготавливаю свои руки к употреблению бифштекса или козы. А еще не забывайте, что самое главное, мы часто моем руки. Так? А что выяснили ученые? Что самое грязное – это мобильный телефон. Он намного загрязнее, чем стульчак унитаза, который мы моем там 2 раза в сутки, а телефоны очень грязные. Поэтому скажите, вот этим средством обработайте свои мобильные телефоны. Ну, многие дети, немногие, думаю, родители контролируют, как ребенок моет руки, допустим, зайдя с улицы, с прогулки. Да. Важно ли этот процесс контролировать? Во-первых, не только с улицы. Руки должны мыться после сна, после улицы, до еды, после туалета. И мыть руки надо, мы знаем все, что надо их мыть с мылом, но их надо, да, родители, зрители, мыть. 1 минуту с мылом. И точно так же, как показал телеведущий. Ничего не брать в рот. Ничего. И когда говорят, это бесполезно, маленький ребенок. Понимаете, все, что мы усвоили с детства, оно все откладывается. Так же? Оно все равно откладывается на всю жизнь. Мыть руки. Зелень, вот особенно опасна зелень. Если вы думаете, что вы просто помыли укроп, петрушку, лук и избавились от яиц гельминтов или от цист лямблий, ничего подобного. Цисты лямблий, яйца глистов приклеиваются как клей. Они бесцветные, они видны только под микроскопом. То есть зелень надо замачивать 1/2 часа в теплой воде с солью. Яйца всплывают, отрываются, и потом промывать хорошенько проточной водой. Спасибо большое, спасибо доктор. Вам. Честно, признаете, вы меня очень напугали, я думаю, как и многих наших зрителей. И это правильно. Да. Соблюдайте правила личной гигиены, и никакие паразиты вам будут не страшны. Не переключайтесь. Открыто, ясно, подробно. Вопросы, волнующие многих женщин. Сегодня мы поговорим о жизненно важных, хотя не всегда удобных вопросах, касающихся женского здоровья. Не будем терять ни минуты. У нас в студии наш постоянный эксперт, врач-гинеколог высшей категории Сармулдаева Шалпан Куанышбековна. Встречаем. Здравствуйте, Шалпан Куанышбековна. Ну вот такая тема – женское здоровье. Я думаю, что у наших зрительниц в зале наверняка есть к вам вопросы. Итак, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Гульмира, мне 45 лет. Я хотела бы вопрос задать о климаксе. Как вообще ощутить его, когда он будет? И что для этого можно заранее предпринять? Для того, чтобы продлить менструальный цикл. Это да, но и узнать, что оно пришло. Угу.
Климакс достаточно такая же ветрепещущая, опять повторяюсь, тема. И вообще в 45 лет, в принципе, можно считать, что он уже, его можно ждать. А первые симптомы климакса, это может быть не обязательно какая-то, допустим, перемена в менструальном цикле. Это может быть и обычная смена настроения частая, раздражительность, как-то снижение внимания, снижение памяти, нарушение вот в ритме сна и бодрствования. Вот это вот первые симптомы климакса. Потом начинается уже нарушение в менструальном цикле. Месячные могут идти часто, месячные могут идти задержка на несколько месяцев. Это может длиться год, два, три. Затем наступает отсутствие месячных, или если в течение года, это уже называется менопауза. Тогда уже подходят другие симптомы климакса, так называемые средневременные. Это нарушение мочеиспускания, сухость во влагалище, снижение либидо и так далее. И самые поздневременные, так называемые симптомы климакса, это уже нарушение сердечно-сосудистой системы, снижение кальция в костях, остеопороз и так далее. Uh-huh. Что предпринять? Сегодня у нас тема «Женские вопросы». Но ведь климакс бывает и у мужчин. Ну, это вопрос уже не ко мне. Понятно. Это к урологам. Ну, а что же сделать, если женщина, например, чувствует вот эту симптоматику, которую вы перечислили? Как облегчить это состояние? На сегодняшний день существует много очень лекарств, которые как гомеопатические, так и заместительно-гормональная терапия. Некоторые ученые советуют начинать принимать заместительно-гормональную терапию чуть ли не 40 лет. То есть как превентивные да, меры. Да, как превентивно, как профилактика. А для этого, конечно, должен решить ваш доктор, акушер-гинеколог. Ага, а если принимать эти меры, значит, таким образом женщина может максимально отодвинуть наступление климакса, это так? Ну, в общем-то, наступление климакса не отодвинуть. Мы можем отодвинуть, вернее, принять профилактические меры по симптомам климакса. Это обязательно? Да, это желательно. Обязательно ли нужно принимать какие-то действия, не терпеть? Я думаю, что очень многие женщины просто терпят это состояние. Вот что вы посоветуете, в частности, нашей зрительнице Гульмире? Я посоветую обратиться к своему гинекологу. Если вас уже начало что-то беспокоить, то первым шагом, конечно, пойти к гинекологу. Потому что принимать какие-то таблетки, которые вы прочитали в газете, там, в журнале, или пьют подружки, это не стоит. У гомеопатических препаратов, конечно, меньше осложнений, а у заместительной гормональной терапии достаточно много противопоказаний. Поэтому... Спасибо за вопрос. Есть у нас еще вопросы в студии? Прошу вас. Здравствуйте, меня зовут Шолпан. Я хотела бы узнать о вреде тампонов. Есть ли вред тампонов для нас? Если вред, есть, то какой? Я думаю, что это хороший вопрос. Это очень интересный вопрос, потому что у ученых мнения, как говорится, разошлись. А в нашу такую активную жизнь без тампонов прожить практически, я думаю, невозможно. Единственное, мое личное мнение, конечно, злоупотреблять ими не стоит, потому что месячная – это вот та кровь, которая из нас отторгается, и поэтому она должна отторгаться, а не скапливаться в тампоне внутри нас. Поэтому его нужно своевременно менять и использовать в то время, когда вы, допустим, активно двигаетесь, живете и так далее. Когда это необходимо? Когда это необходимо, в крайних случаях. Спасибо за вопрос. Спасибо. Есть еще желающие? Да? Передайте микрофон, пожалуйста. Пожалуйста, вот девушка хочет задать вопрос. Прошу Здравствуйте. Вас. Здравствуйте, меня зовут Майра. У меня вот вопрос такой по воспалению яичников. Насколько оно может быть опасно и как вообще можно это вылечить? Спасибо. Воспалительное заболевание придатков, куда входят яичники и трубы, на первом месте среди вообще заболеваний женских половых органов. То есть самые часто встречающиеся. И шутить с ними нельзя, потому что это может привести как к бесплодию, так и к перитониту, который может лишить вас всех репродуктивных органов. Поэтому, если уже вам врач ставит воспалительное заболевание придатков, то это подлежит стационарному лечению. Ну, а что же делать, чтобы не довести до воспаления? Ну, это банально. Нет, не переохлаждаться, избегать случайных половых связей, избегать, допустим, половых сношений во время менструального цикла и профилактика заболеваний, передающихся половым путем.
Ну и вот. Ну а если еще диагноз не выставлен, что делать в случае, чтобы не пропустить это состояние? Это состояние, его невозможно пропустить. То есть в любом случае симптоматика пойдет? И просто есть острый, есть хронический. Острый пропустить невозможно. Хронический, вот, который может привести к бесплодию, но у него как бывает обострение, также женщина его не пропустит. Что чувствует женщина, когда уже идет острый период? Ой, ну болезни. Это слабость, повышение температуры, боли внизу живота, кровянистые выделения с половых путей, другие какие-то выделения. В общем, то есть действительно, да, такое это состояние нарушение самочувствия. Майра спрашивала, как лечить воспаление? Лечится в основном стационарно, антибактериальной терапией, ну там, в общем-то, комплексы. Спасибо. Вот на нашем сайте Татьяна из Астаны задает вопрос. Моему сыну полгода. Так случилось, что второй раз я забеременела через 3 месяца после родов. Подруги пугают, что это очень рано и надо ждать как минимум 3 года, чтобы мой организм восстановился. Правда ли это? Теперь я боюсь, что не выношу этого ребенка. Угу. Да, у некоторых женщин менструальный цикл может восстановиться через 42 дня после родов. А если менструальный цикл восстановился, значит, она может забеременеть. А врачи рекомендуют для того, чтобы женский организм полностью восстановился, интергенетический интервал 3 года. Но если вы уже забеременели, то, я думаю, с беременностью уже ничего делать не надо. И вполне возможно, что вы доносите. Это небольшой интервал между беременностями не грозит невынашиванию. Ну, для организма женщины ребенка. Для организма женщины это сложно, но никаких опасностей в этом нет. Опасность больше грозит аборт. Лучше уж пролонгировать эту беременность. Шолпан Куанышбековна, мы благодарим вас за столь подробные ответы, ну а нам пришла пора прощаться. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что многие телезрительницы сейчас услышали ответы на вопросы, которые, возможно, по каким-то причинам даже стеснялись задать. Ведь хорошее здоровье женщин – это залог здоровой нации, здорового Казахстана.